торопись! Ну же, блядь! Нужно взорвать эту срань! Чьи-то пироги, твою мать! Это и есть желтый бидон, блядь? Серьезно? Бидон должен быть где-то рядом. Да нет, тут рядом ни хрена. Надо целиком цистерну везти. Этой гигантской твари как раз хватит. Поддерживаю. Это хреново, да? Как только опыление борщевика прекратится, он проснется. И размажет тут все нафиг, включая нас. И я в восторге, блядь.
Уровень пестицидов понижен до 8%. Твою мать. Подвесные электромагнитные платформы и кнопочные пульты, разбросанные по всему цеху. Офигенно удобная система управления. Что за дебил это, блин? За несанкционированное распространение конфиденциальных данных сотруднику номер 403267А немедленно явиться на внеочередную проверку в отдел социального контроля. Уровень пестицидов понижен до 6%. Нам надо ускориться. Ебучие пироги, стараюсь. Подлежать.
обеденный перерыв для сотрудников с низким социальным рейтингом. Просьба штатного персонала не покидать свои рабочие места. Уровень пестицидов понижен до 4%. Ситуация критическая. Где этот мужик с насоса? Он там что, уволился? Thank you.
Напоминаю, храните производственную тайну и не обсуждайте работу дома. Помните, для членов семьи, виновного в распространении информации, также предусмотрены меры пресечения. Охренеть, здоровенная тварь. И на кой черт она была вообще нужна? Это неожиданный результат дерзкого научного эксперимента. Ты экспериментаторы, блядь. Thank you.
Уровень пестицидов понижен до 2%. Мы все умрем! Хорошая идея! Я тут уже подустал! Да доедешь ты уже когда-нибудь или нет? Подавись своим пестицидом, уебище. Все, перекур. Ты нашел контейнер? У меня закончился ПА-400. Если что-то срочно не предпринять, нам крышка! Да нашел, успокойся. Глянь вниз, вон твой бидон. Знаешь, что стоило мне доставить его сюда? Блять, не так! Он от этого не умрет! Его надо было взорвать! Твою мать, и что теперь делать? Он проснулся! Надо поджечь полимер! Дай сюда сигарету! Разве полимер загорится от сигареты? Этот, да. Сдохни, тварь! Сука, вот же живучий тварь! Он в ярости! Надо бежать, пока не... Держись! Да твою мать! Блять, сука! Нога! Мужик, ты как? Нормально, повезло. Сука, побеги! Вставай быстрее! Нога застряла. Стреляй, не болтай! Их слишком много, давай быстрее! Пытаюсь, блять! Если доберутся до нас, там конец! Все лучше, чтоб не добрались. Они все ближе! Вставай, вставай! Пытаюсь я, пытаюсь! Ебать! Нет, нет, помогите! Сними его с меня! Мужик, держись, я иду. Твою мать! Колба, блядь! Хоть где-то повезло. Он мутирован! Да я догадался, блядь! Да ебучий ты! Да отъебись от меня! Охренеть! Вырастили кустик. Делать вам в своих лабораториях нечего. Путь к вершинам науки тернист и полон ошибок. Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Да.
происходит? Сохранение данных. Храс, ну не может же быть, чтоб каждый раз они с этой березой так возились. Разумеется. В обычной ситуации этого и не происходит. Береза — это прежде всего символ, хоть и требующий аккуратности и заботы, раз в 2-3 дня. Да ты заколебешься через день ходить по 4 отделам за колбами. Досадно вышло. Никто об этом не мечтал. Мечтали о звездах, о светлом будущем. Лежу тут который день, только об этом мы думаем. Нападение роботов случилось давно? Признаться, время я ощущаю слабо, но должно быть давно. Не один день прошел, это точно. Досадно, но мне надо идти. Отлично. Оттаивает березка. Оптимальный температурный режим восстановлен. Оба пестицидного полимера подсоединена. Ненавижу паразитов всех мастей. Хотя бы дерево теперь вздохнет спокойно. Насекомые вредители уничтожены. Береза приходит в норму. Мы сделали это, товарищ майор. Я сделал это. Не примазывайся. Я оказывал поддержку, помогал морально. И хер с тобой, ладно, помогал. Живой хоть? Хоть вопрос и не имеет смысла, но спасибо, я в порядке. Мы готовы уходить? Да конечно, хули ждать-то? Дело сделано, ворота открыты. Мы можем покинуть комплекс Вавилов. Не прошло и года, блин. Надеюсь, больше я никаких сраных колб не увижу. Храс, как погиб Харитон Захаров? При загадочных обстоятельствах. Подробности его смерти неизвестны никому, кроме академика Сеченова. При загадочных? Разве Дмитрий Сергеевич не рассказал, как все произошло? Разумеется, рассказал. Считается, что профессор Захаров поскользнулся и упал в лабораторную ванну с экспериментальным нейрополимером, представляющим собой агрессивную среду. Черт, жаль человека. Но что же тут загадочного? По странному стечению обстоятельств не сохранилось никаких видеозаписей этого печального эксперимента, хотя все подобные процессы тщательно документируются. Но бывает такое иногда. Камеры могли вырубиться. Или данные не записались. Вполне возможно. Еще одна странность заключается в том, что полимер не является агрессивной средой и не способен убить человека. Вы прекрасно через него плаваете. Но это... Да, но... Может, тот полимер был единственным таким экспериментальным образцом? Опасная разновидность. И это вполне может быть. Но разве профессор Захаров мог не знать о том, что экспериментальный образец, с которым он работает, агрессивен?
если он сам же его и создал. Вместе с академиком Сеченовым. Чертовщина какая-то. Нам нужно добраться до станции Лесная и сесть на поезд до станции Солнечная. Дальше пешком. Ну и где искать нашу станцию? Надо пройти через деревню, в которой мы оказались. Идем. Сохранение данных.